Ребят, всем привет! Всех приветствую на своем канале «Жизнь немецкой деревни». Итак, ребята, сегодня речь пойдет о моей собаке. Кто смотрел предыдущие видео, тот знает, что месяц назад у нас была вязка. Мы свою Луну вязали с мальчиком. И вот спустя месяц мы стали замечать, что с ней происходят какие-то перемены. Первая перемена – у нее снизился аппетит, она стала очень плохо кушать. Второе, что у нее начался токсикоз, ее тошнит время от времени. Потом она здесь в части ребер, она увеличилась немножко. И у нее появились молочные железы, что говорит о том, мы так думаем, что, скорее всего, она у нас погуляла. Иди, Луночка, сюда. Вот у нее появились сисечки. Садись, моя девочка, садись. Люнизрица. Для того, чтобы она рожала, ей нужно приготовить гнездо. Поэтому сейчас мы будем с моим мужем готовить ей гнездо. У нас есть для шпицев, но для нее нужно побольше приготовить, чтобы она знала свое место, готовилась. Вообще у этих собак не так быстро заметно, погуляли они или нет. Может даже только к 7-й неделе быть заметно. Но мы думаем, что скорее всего она погуляла. Так что будем еще наблюдать, конечно. Но если не погуляла в этот раз, значит, на следующий раз нам пригодится гнездо. Поэтому оставайтесь со мной. Будем сейчас готовить для нее место. А вы будете наблюдать, что мы сделаем. Итак, ребят, мы в гараже. Вот мы уже тут приготовили. По размеру Луна вот смотрит. Подойдет тебе, Луночка? По размеру будет где-то 1,20 м, по-моему, на метр. Примерно. Вот у нас после стройки сауны осталось дерево. Кто не смотрел нашу стройку сауны, обязательно тоже посмотрите в предыдущем видео. Так что вот сейчас будем выпиливать и что-то ей мастерить. Надеюсь, ей понравится. Где Луночка? Дай лапу. Молодец. Дай другую. Ой, ты моя девочка, дай лапу еще. Молодец. Дай другую. Молодец, моя хорошая. Вот она, моя умница. Люни. Луна присутствует, смотрит, понравится или нет. Что вы здесь для меня мастерите, да, Луночка?
хозяйка своей спальни в ожидании. Вот сидит, наблюдает. Процесс идет. Это пол у нас пошел. Потом мы хотим еще положить туда линолеум. Пока у нас нету, мы не купили, но чтобы влага не поступала, чтобы дерево не намокало, мы еще линолеум потом положим. Ребята, а тем временем у нас пошел снег. Кстати, у нас 7 января, всех с Рождеством. Вот, на Новый год не было снега, зато сейчас пошел. Ну, он такой мокрый, ай, но все равно приятно. Красота. Зимняя сказка. Ой, красота. Какой крупный. Итак, ребят, отчет о проделанной работе. Вот это такой пол. Мой муж проделал сюда, чтобы оно ничего не царапало, не скользило. Коля, иди переверни. Посмотрим, как оно выглядит у нас внутри. Вот такое ложе. Сюда на пол мы покладем еще линолеум, чтобы не впитывало влагу дерева. Так, покажи, Коля, если вдруг щенки будут подрастать, чтобы луна заходила. Вот так это все будет делаться. Ну, конечно, взгляд мужчины и женщины, он разный. Я вообще планировала сделать вход как бы здесь. Но мой муж решил царский вход сделать вот так. Вставляем. И еще вот так вот все ложится. Красота. Положим туда одеялко. И все готово. Гнездо для нашей луночки готово. Может, посадим туда луночку, Коль, попробуем, как она там себя будет вести. Люни, ну-ка попробуй. Ух ты, моя девочка. Ну? Как тебе? Нормально? Как вы, ребят, находите? Мне кажется, места здесь достаточно. Не бойся, не бойся. Луночка, иди сюда. Ах ты такая. Боится. Ну ничего, она освоится. Что-то новое для нее. Так что, ребят, пишите в комментариях, все у нас получилось или нет. Как вы считаете? Но здесь мы намерзлись в гараже. Вечер наш продолжается, поэтому через секунду мы окажемся в сауне. Будем греться в сауне. На этом, наверное, уже и все. И весь снег, конечно. Но мы радуемся, как дети, даже этому. Ребятки, так мы уже в сауне. Покажу, что нового мы приобрели. Мы купили свои луночки. Немножко, может быть, туманно здесь от пара. Такое лежаночку ей. Телевизор приобрели. Вот такие часики купили себе. Благоустраиваем. Вот мы с мужем приготовили по пивку. Закусочки, сырка, нарезочка, окунек. Наша луночка всегда с нами. Паримся, греемся. Ребята, в заключение своего видео мы вышли вот только после сауны. Разогрелись после рабочего дня. Решила еще раз пожелать вам всем здоровья, счастья, взаимопонимания, снисхождения, любви. Оставайтесь все здоровы,
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч, ребят. Всем пока-пока. С Новым годом!